В декабре меняются привычные сроки передачи показаний приборов учета и даты выпуска квитанций на оплату ЖКУ. Выпуск платежных документов сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям Подмосковья рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года. Доставку платежек с начислениями за декабрь планируется завершить 25 декабря. Поэтому Мособлъерц рекомендует передать показания приборов учета воды до 12 декабря. Если показания будут переданы позже, плата за услуги будет рассчитана по среднемесячному потреблению либо нормативу.